канале Первый Караван. Меня зовут Марк, и сегодня у нас на обзоре домик от английского производителя Sprite модели Quattro ES. Караван это 2009 года выпуска на двух осях с тремя зонами отдыха на 7 спальных мест. Начнем наш обзор снаружи, с передней части. В передней части находится лобовое окно, которое открывается, имеет свою москитную сетку и солнцезащитную штору. Под этим окном находится классический рундук технического назначения для двух газовых баллонов максимальным объемом 27 литра, если это баллоны железные, и двух баллонов максимальным объемом 24,5 литра, если это баллоны композитные. Также здесь остается место для запасного колеса, каких-либо ключей и так далее. Прицепное устройство от производителя Alco с дополнительной боковой фиксацией, стояночным тормозом, колесом для вставания прицепа и абсолютно как любой караван, он оснащен тормозами инерционного типа. Фишка для подключения здесь на 13 пин. Соответственно, если на вашем автомобиле розетка также 13 пин, у вас будет поддержка температуры холодильника на ходу от 12 вольт, если вы преждевременно охладили его от газа, либо от сети 220, и также зарядка аккумулятора непосредственно от автомобиля. В случае, если на вашем автомобиле розетка 7 пин, вы берете переходник из 13 в домике 7 в автомобиле, все это подключаете, и у вас работает только наружная оптика. Поддержка внутреннего оборудования будет отсутствовать. На этом в передней части у нас все. Теперь посмотрим, что у нас с правой стороны. С правой стороны по ходу движения каравана в передней части находится наружное подключение чистой воды, то есть в комплекте есть шланг с погружной помпой. Вы его подключили в этот разъем, а помпу опустили в емкость с водой, которую просто поставили на землю возле каравана. Оттуда он его забирает чистую воду, попадает на сразу в бойлер. Здесь находится выхлоп от бойлера при его работе от газа. Далее идет рундук для аккумулятора и подключение каравана к сети 220. Кабель идет у вас в комплекте, а аккумулятор помещается до максимальной емкостью 100 ампер-часов. Но опять же, надо замерять рундук, потому что 100 ампер-часов тоже могут отличаться по своему размеру. Сверху есть антенна от радио. Далее идет две решетки выхлопа от холодильника. Уже за осью находятся две трубки слива серой отработанной воды. Одна из них из душевого блока, вторая из кухонного. Сливается она просто наружу. Можете приобрести плоский подкопной бак объемом 45 литров, установить его под караван и собирать отработанную воду в него. А можете подсоединить и самый обычный шланг из строительного магазина и отвести слив, куда вам требуется. В задней части с этой же стороны находится рундук с кассетой от биотуалета. А над этим рундуком заливная горловина в отдельный бак для смыва этого туалета объемом 10 литров. На этом с правой стороны у нас все. Теперь посмотрим, что сзади. В задней части прицепа находится окно, которое ведет в раздельный санузел, о котором мы с вами поговорим еще внутри. Остальное здесь все по стандарту, это наружная оптика и рукоятки для ручной транспортировки прицепа. Также снизу есть направляющие под шестигранники для того, чтобы выставить караван на опоры, так называемые лапы. Абсолютно каждый караван их имеет, две сзади, две спереди, и по мере того, как вы приехали на местность, вы специальным ключом, который идет у вас в комплекте, выставляете караван на эти опоры, и он у вас не раскачивается, стоит устойчиво. На этом в задней части у нас все, посмотрим теперь, что с левой стороны. С левой стороны по ходу движения каравана в задней части за осью находится входная дверь. Она делится на две части, закрыв нижнюю часть, тем самым можете контролировать выход животных либо маленьких детей. У входной двери также имеется фиксация в открытом положении, чтобы она не захлопнулась ветром. Москитная сетка на двери также присутствует, как и на всех окнах и люках в этом прицепе. Плюс у входной двери есть отдельное освещение. На этом снаружи у нас все, теперь можем пройти внутрь и посмотреть, что же у нас там. В передней части каравана находятся два дивана друг напротив друга, которые могут служить вам как обеденная зона, если вы достаете маленький стол из этой тумбы. Либо же устанавливаете сюда полноценный обеденный, который сейчас спрятан в своей отдельной нише для транспортировки. Эта же зона может являться и спальным местом, если вы достаете ламель по центру и укладываете боковые подушки также непосредственно в центр. Получается одна сплошная кровать. Тумбочка это при желании съемная, если надо немного больше спального места. Более подробные фото в разложенном виде всех спальных мест, их размеры вы можете увидеть в описании под этим прицепом на нашем сайте. Под этими диванами есть места для хранения вещей, как и сверху, по всему периметру этой зоны. По освещению это два угловых плафона. Естественно, освещение в эту зону нам придает люк на потолке 40 на 90, который также открывается, имеет москитную сетку и солнцезащитную штору. Плюс еще дополнительный плафон в переходной зоне к центральной. Здесь в углу у нас выведена уже магнитола, колонки находятся под шкафчиками. На этом в этой зоне у нас все, теперь посмотрим на кухонный блок. Кухонный блок состоит из плиты, на которой расположены три газовые конфорки. Под этой плитой находится газовый гриль и газовый духовой шкаф. Слева от плиты раковина для мытья посуды плюс рабочая поверхность. Под рабочей поверхностью холодильник от производителя Dometic на 80 литров с отдельной морозильной камерой внутри. Работает он как от сети 220, так и от газа, а от 12 вольт он поддерживает уже набранную температуру при условии, что на вашем автомобиле розетка 13 пин. Между грилем и холодильником находится дополнительная ниша для хранения кухонных принадлежностей.
сверху над кухонным блоком, также два шкафчика для хранения тарелок либо кружек, допустим, здесь уже установлены для этого крепления. Сверху на потолке есть люк 40 на 40 в режиме постоянной вентиляции воздуха. Он также открывается и может служить нам в качестве непринудительной вытяжки во время готовки. На этом с кухонным блоком у нас все. Теперь давайте посмотрим, что у нас напротив. Здесь у нас находится ниша для телевизора. То есть здесь выведена 12-вольтовая розетка и подключение ТВ-антенны. Под этой нишей есть дополнительная тумба для хранения вещей, а под ней основной блок отопления трума. То есть карман отапливается за счет раздува теплого воздуха, работает как от ТТ-220, так и от газа. Раздув есть по всем зонам, даже в санузел, поэтому карман прогревается равномерно. Тут декоративные полочки и сверху также дополнительный шкафчик, где происходит регулировка ТВ-антенны для улучшения качества сигнала. Вторая спальная зона состоит из двух диванов друг напротив друга с обеденным столиком. Раскладывается это в двухъярусную кровать. Опять же, более подробное фото можете увидеть на нашем сайте. То есть, опять же, может служить как рабочее место, маленькая обеденная зона, либо спальное место. Под этими диванами есть место для хранения, как и, опять же, сверху над этой зоной есть шкафчики. Перекрывается она по контуру отдельной шторкой, чтобы не мешать отдыхающим. Теперь давайте посмотрим, что напротив. Напротив находится уже третья спальная зона, только здесь уже двухъярусная кровать статичная, она не собирается. Есть лестница для того, чтобы вспомогательная лестница, чтобы забраться на второй ярус. У каждого из ярусов свое отдельное освещение. На потолке есть люк 40 на 40. И нижний ярус у нас складывается для того, чтобы вы могли поместить какие-либо вещи в транспортировочном положении. Либо, если вы им не пользуетесь, тем самым увеличить пространство внутри. Здесь у нас лежат коврики от этого каравана. Коврики оригинальные, все размер в размер, просто мы их всегда снимаем, чтобы не затоптать во время того, как показываем караван вам. На этом здесь у нас все. Теперь мы можем посмотреть на санузел. Санузел здесь у нас раздельный и находится в задней части каравана. Войдя в него, сразу видим туалет от производителя Tedford с механическим смывом и индикатором заполнения. Он же является у нас и поворотным для более удобного вашего размещения. Слева от него находится душевая кабина, которая перекрывается вот такой полукруглой стеклянной дверцей. Сверху есть освещение, а душевая лейка регулируется по направлению. Также есть дополнительная полочка для хранения каких-либо ванных принадлежностей. В центральной части санузла находится умывальник. Под умывальником также дополнительная ниша. Над умывальником есть окно и сверху дополнительная полка для каких-либо вещей. Сверху на потолке люк 40 на 40 в режиме постоянной вентиляции воздуха и отдельное освещение. Под этой лампой как раз установлено зеркало. Возле умывальника также есть дополнительный шкафчик для хранения ванных принадлежностей. И шкаф для вещей у нас также находится в этой зоне. Опять же, с отдельной нишей, с установленными штангами для вешалок. На этом в санузле у нас все. Теперь мы можем подвести итоги. Итак, друзья, сейчас мы с вами посмотрели на еще один караван у нас на площадке. Опять же, от английского производителя Sprite, модели Quattro ES. Напоминаю, что данный караван 2009 года выпуска, имеет три спальные зоны, идеально подойдет для проживания 6-7 человек. Также у него имеется две оси и полностью раздельный санузел в задней части. На момент публикации данного видеоролика караван находится у нас на площадке по адресу город Санкт-Петербург, Яйна 1, улица Шоссейная, 50А. Этот и другие модели именно актуального предложения вы можете отследить на нашем сайте, либо в нашем телеграм-аккаунте, ссылка на который будет в описании под этим видеороликом. Ну а на этом все, друзья. Приезжайте к нам на площадку, посмотрите этот и другие модели воочию. Всего доброго, путешествуйте!